Да, отлична игра. Јас читају отлична игра. Се две хороши команди, динамични фудбал. Да, бил дожд све време игра и весь день, но фудбал играет се и по дожду. Две, как сказал, хорошие команды. Я, в принципе, доволен с этим, что против такой команды, как «Динамо», мы не пропустили там, я бы сказал, серьезных моментов вообще перед нашим воротам. А у нас было моментов, была штангла, была перекладина, был один гол, который отменили, и шо моментов, особенно в втором тайме. Так, недоволен с этим завершением, так сказать, потому что я считаю, что одной хорошей динамичной игре мы были ближайшие победе и три очка сегодня. Просто не забили. Не надо забивать, что тоже у нас не играл сегодня Чурлука, не играл Хриковиак, не играл и Мухин, который получил удар там в Санкт-Петербургу. И неудачная травма и Влада Игнятова там в начале игры, потом снова перестроили там опорную зону. Било нужно чуть-чуть времени, чтобы команда захватила ритм, но потом, как сказал, считаю, что были ближайшие победы против отличной команды «Динамо», и считаю, что все равно, что 0-0 была интересная и серьезная игра сегодня. Жал за три очка, не забили гол, это причина, почему три очка не у нас, а тоже все равно мы на второй позиции сегодня, тур до конца сезона, так надо посмотреть и другие игры. У нас еще одна, и у большинства команды еще одна, у Спартака еще две, так смотри. И перед нами нормально и финале Кубка в среду. От Игнатьев будет заявки на матч с Кремль Советов Кубковым? Или это непонятно сейчас, я это не могу сейчас ответить. Это свежая, только игра закончилась, через день-два нормально будем узнать, какая ситуация. Прокомментируйте, пожалуйста, двойную замену в перерыве, когда Миранчук вышел и Смолов. Что хотели этой заменой сделать? Спасибо. Да, поэтому мы поменяли 6 нападающих сегодня. Три начала, 3 закончили игру. Это и нормально, так и ротация. И просто когда один игрок можно быть не самой хорошей форме, ожидаешь от другого. Но просто не получилось. Было много моментов, как сказал, особенно в втором тайме. И там 3-4 офсайда, концентрация надо на завершение, удари, штангла, перекладина. И на последний момент тоже спешили там последних 20 метров. Там неправильно решение. Или опаздывали со передачами, или спешили. И просто не забили гол. Но это, как сказал, все 6 пришли на поле, и так может быть и в будущем, да, нормально. Какие ожидания у вас от кубкового финала? Что вы скажете о крыльях Советов, которые просто выносят всех в первой лиге? Ну, буду говорить о финалу. Сейчас только закончилась игра против «Динамо». Принципиально серьезная игра против серьезного соперника. Кубок, финале, такие игры не надо получать удовольствие от игры. И там надо забирать результат, трофей. Там в конце этой игры одна из двух команды будет забрать с собой трофей. Так мы будем готовить команду в этом смысле, что получать удовольствие от такой игры вообще пространства нет. Там просто надо играть на результат. Они неприятная команда, но, как сказал, есть время говорить о им. Когда готовили команду к сегодняшнему матчу, обращали внимание на то, что в первом круге «Динамо» 5-1 обыграло? Не обращали внимания на это. Это было уже давно. У нас была другая команда, другая ситуация. Тогда у них была другая. Вообще они играют по схеме, как сказать. Это команда, которая для меня играет серьезный футбол. Есть интересных, качественных, молодых футболистов. Точно знаешь, как они играют. И мы готовились к этому, так и сказал. Било нужно чуть-чуть времени, особенно после Менява и Гнятева, чтобы захватили ритм, но особенно на втором тайме начали моменты у нас и просто жал, что не забили один из этих моментов, что три очка. Как и ответил, просто чувствую, что мы были ближайше этих три очка сегодня и жал, что не забили один гол как минимум, чтобы забрали все три очка сегодня.